Как лучше всего воспитывать ребенка? Семинар-тренинг для родителя прошел в средней школе номер 31. В нем также приняли участие педагоги учебного заведения. Семинар провел семейный консультант Ельжас Ертайова. По его словам, у каждого ребенка есть высокий потенциал. Его обязательно надо учитывать. Особенно важно уделять внимание чувствам, внутреннему миру подростка. Я думаю, что на сегодняшний день воспитание детей – это большая тема, над которой нужно работать, задумываться и иметь правильный подход. Цель данного семинара – показать всем родителям, научить всех родителей позитивно воспитывать своих детей.